Собак матер переводим на наш язык, русский, скорбящая мать. Собак матер — произведение, которое было написано до Перголезия Александра Скарляти, и две эти кантаты исполнялись по очереди в храмах. Ну а теперь более известный Собак матер Перголезия. И вот мы имеем возможность сегодня слышать это произведение. Камерный оркестр, солисты барокко. Артиста уже не нужно дополнительно объявлять, кроме как Тамару Завальну и Багдасара Хачикяна, солисты. А все остальные участники пока что не изменились.